Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить невероятно вкусный коктейль. Тот самый из мороженого молочный. Итак, готовим. Для этого рецепта мне понадобились следующие ингредиенты. Это у меня клубника и малина. Малина только начала спеть. Я сейчас только что собрал все это с огорода. Также мне понадобится мороженое. Обязательно берем только пломбир. Молоко. Молоко у меня свое домашнее. Очень вкусное. Емкость, в которой мы будем делать коктейль. Блендер. И сахар. Вот все, что нам нужно будет для этого рецепта. Конкретное количество ингредиентов я, как всегда, укажу под видео в описании. Смотрите, читайте. Итак, готовим очень вкусный коктейль. Девушка, при какой температуре бюллетень дают? В емкость я высыпал клубнику, добавил сахар и мороженое. И блендером превращаю все в однородную массу. Хорошенько, тщательно все взбиваю. Теперь я сюда добавляю стакан молока и начинаю делать молочный коктейль. Очень вкусный. Блендером взбиваем, насыщаем его кислородом. Итак, прошло у меня 2 минуты, я взбивал столько времени, и коктейль клубничный, мороженый, молочный у меня готов. Теперь приступаем к коктейлю из малины. Делаем все точно так же. Стакан малины, сахар и мороженое. 2 минуты я взбивал, и коктейль у меня малиновый готов. И в итоге на столе у меня оказываются вот такие вот 2 коктейля. Очень вкусные, очень аппетитные, ароматные. В жару такой коктейль просто незаменим. Он очень прохладный, легкий, нежный, воздушный, приятный. Готовьте такой коктейль, его готовить очень несложно, легко и просто. А вкус его просто потрясающий. А кому понравилось это видео, как всегда, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. А вы не расходитесь пока, я ненадолго. Всем пока-пока. Это тот самый вкус из детства. Обязательно молоко должно быть ледяным, прям из морозильника, можно даже с кристалликами льда. Приятного всем аппетита!